Началась практика с установочного собрания студентов вузов. Здесь представлено 3 учебных заведения – Кубани и Сочинский госуниверситет. Практика в городской мэрии для этих студентов – первая из 4 обязательных, которые проходят в течение всего срока обучения. Полученные в результате стажировки навыки студентов оцениваются на промежуточной аттестации, результат которой зависит от того, насколько точно была выполнена практикантом программа по основам деятельности администрации. В этом же году у нас есть и выпускники. Ребята, которые уже закончили университеты по направлению подготовки государственное муниципальное управление. И, наверное, где-то в августе месяце мы выдадим свидетельство о прохождении практики, которое гарантирует им возможность участия в конкурсе на замещение вакантной должности по группам ведущих специалистов без предъявления требований к опыту работы. То есть вот такой бонус дается тем ребятам, которые вот проходят по практике государственного муниципального управления именно по постановлению ЗСК. Чтобы все студенты получили в своих зачетках 5, сегодня в ходе встречи для них были проведены ознакомительные лекции. Им рассказали о структуре и внутренней организации мэрии, познакомились со спецификой нормативных правовых актов и системы делопроизводства.